Good Morning morning! to you. Доброе утро! Давайте вспомним стишок с добрым утром и расскажем его вместе с Викой. 3-4. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I glad to see you. That's nice. Отлично. Я уверена, что, ребята, вы тоже вспомнили вместе с нами этот стишок. И друг дружке мы пожелали доброго утра. А теперь давайте вспомним песенку «Как тебя зовут?». Помните, мы на прошлом уроке разучили эту песню? Давайте ее вместе все споем. What is your name? What is your name? Now tell me, please, what is your name? My name is Helen. Здесь каждый свое имя, да, вставляет? My name is Vika. My name is Helen. My name is Helen. That is my name. Отлично. Давайте еще раз представимся. What is your name? My name is Vika. What is your name? My name is Antonina. Сегодня мы с вами, ребята, выучим еще несколько новых предложений. Мы научимся спрашивать, как твои дела, и отвечать, у меня все хорошо, спасибо. Чтобы задать вопрос, как твои дела, по-английски будет это звучать следующим образом. How are you? How are you? Вместе со мной повторяем. I'm fine, thanks, да, у меня все хорошо, спасибо. Так мы будем отвечать. Сейчас повторяем за мной. How? 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 Ah. 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 You. 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 How are you? 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 I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. I. 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 I'm. 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 I. 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 N. 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 Fine. 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 Язычок между зубками. Ну-ка, показала язычок. Thanks. 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 I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Что это мы сказали? Все хорошо. У меня все хорошо, спасибо. Я думаю, ребята, вы запомнили, как будет, как дела? Как будет, как дела? I'm fine, thanks. Это мы отвечаем, у меня все хорошо, спасибо. Как мы спросим, как дела? How? How are you? Отлично. Прослушайте наш диалог. Мы добавим новые фразы. Hello. Hello, meow. What is your name? Meow. What is your name? My name. I'm fine, thanks. Meow. Вика, я спрашиваю, what is your name? Это как переводится? Как тебя зовут? Ну, как тебя зовут? Отвечаем. My. My name is котик. Спроси утенка. Губки, трубочку. What? What your name, meow? My name is утенок. How are you? Meow. I'm okay. I'm fine. I'm fine, thanks.
спроси у утенка. How? How are you? I'm fine too, thanks. Bye. Bye. Итак, вы прослушали диалог, в котором мы поздоровались, спросили, как тебя зовут, ответили на этот вопрос, спросили, как у тебя дела, ответили, у меня все хорошо, спасибо, и попрощались. А теперь мы перейдем к буковкам. На прошлом уроке мы выучили новую буковку. Как она называется? Буква «Эй». 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 Какие слова начинаются с этой буквы? Яблоко. Apple. Осень. Autumn. Autumn. Еще раз. Apple. Apple. Autumn. Замечательно. Сегодня мы с вами выучим еще одну буковку. Как она звучит? Как B. Все верно. Ребята, повторяйте за нами. Буква B. B. А что это нарисовано? Мяч. Как по-английски будет мяч? Ball. Ball. Начинается с буквы B, да? Ball. Ball. Отлично. Давайте выучим с вами стихотворение, в котором мы еще узнаем одно слово, которое начинается с буквы B. Сначала меня слушаем. Все слушают меня. Буква B, как мячик бол, скачет, прячется под стол. Жаль, играть мне не досуг. Я читаю книжку «Бук». А теперь повторяем все вместе. Буква B, как мячик бол, скачет, прячется под стол. Жаль, играть мне не досуг. Не досуг. Не досуг. Я читаю книжку «Бук». А теперь повторите вместе с Викой. Буква B, как мячик бол, скачет, прячется под стол, заиграть мне не посо. Недосуг. Недосуг. Я читаю книжку «Бук». Умничка. Ребята, я уверена, что у вас тоже получилось. Если вы не успели запомнить стихотворение, сделайте паузу в видео, отмотайте чуть-чуть назад, прослушайте еще раз. И расскажите стихотворение своим родителям. Итак, в этом стихотворении мы услышали еще одно новое слово, начинающееся с буквы B. Это слово «книга». Как по-английски «книга»? Book. Book. Еще раз, мячик будет по-английски? Ball. А книга? Book. Отлично, все верно. Сегодня мы еще познакомимся с вами с двумя новыми словами. Мы научимся говорить слово «мама» и слово «папа». Чтобы произнести эти слова, мы с вами научимся сначала ставить язычок в правильное место. Итак, ставим язычок между зубками и произносим звук «з». З. 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 Т. Мазе. 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 Мазе? Как переводится? Мама. Мама. Фазе. 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 Фазе переводится? Папа. Отлично. Как мама по-английски? Все вместе, хором. Мазе. А папа? Фазе. Язычок между зубками. З. З. Мазе. Мазе. Фазе. Фазе. Давайте научимся петь песню «Как дела у твоей мамы?». Слушаем все вместе сначала, а потом повторяем. Сначала слушаем. Разучиваем песенку «Как дела у твоей мамы?». Прослушай первый куплет песенки. Your mother, she's fine thanks. How is your father? He's fine thanks. Слушай и повторяй. How is your mother?
How is your mother? She is fine, thanks. Is my head. How is your father? How is his father? He is. How is your father? How is your father? Is fine, thanks. Is fine, thanks. Пой вместе с нами. Все вместе хором поем. How is your mother? She's fine, thanks. How is your father? He's fine, thanks. А теперь поем под музыку все вместе. 3, 4. Отлично, вы большие молодцы. Давайте повторим, что сегодня на уроке мы выучили. Что нового мы узнали? Узнали новую буковку Би. Правильно. И слова начинаются с этой буковки. Мяч как по-английски? Бо. А книга? Би. Бук. Бук. Еще мы научились спрашивать, как у тебя дела? Как будет по-английски, как дела? How? How are you? Мы научились отвечать. У меня все хорошо, спасибо. I'm fine, thanks. А также мы выучили два новых слова. Мама и папа. Как по-английски будет мама? Mother. А папа? Father. Father. Mother. Отлично. Сегодня мы на уроке узнали много нового. Если вам понравилось наше видео, ставьте под видео класс, подписывайтесь на наш канал, получайте наши видео самыми первыми. И до новых встреч! Bye-bye! Пока!